Всем привет! С вами Киблопастер, и сегодня будет реакция на видео от Руслан Хёрд 2007. Я буду, короче, смотреть видео досье. Погнали. Досье на Реда. Ред, он же вожак стаи. Ага. Он же всех любит заботиться о яйцах. Самая злая птица. Характер ответственный. Не женат. Такой еще интересный голос подобрал. Но это он в Юкате, короче, там смонтировал. И такой вот получилось. Голос подменял. Досье на Чака. Чак. Птица из специальной стаи. Лучший друг Реда. Очень хвастливый и самовлюбленный. Обожает спорт и боится грома. Характер самовлюбленный. Не женат. Да, он боится грома. О, Бабблс. Бабблс. Птица из официальной стаи. Обожает сладости. К свиньям относится нейтрально. Но с королем враждует, поскольку он тоже сладкоежка. Ну это логично, потому что, так как он тоже любит сладости, и король любит сладости, значит он нормально с ним враждует. Но с свиньями не совсем. Остальными не, с королем да. Характер веселый. Да, он веселый характер. Стелла. Стелла, птица из официальной стаи, обожает пускать мыльные пузыри. Характер любопытная, не замужем. Да, она любопытная. Рос. Это тоже интересно. Рос, свин с веснушками, едет на машине, которую построил свин-механик. Характер любопытный, не женат. Да, есть такая игра, там, где свин строит всякие машины, и там, короче, свин едет. А это досье на него, на его аккаунт, канал. Ну, на его аккаунт и канал. Руслан Фёрд 2007. Снимает видео игры про красного шарика, Geometry Dash, Toga Kitchen и т.д. Он теперь имеет новый телефон. Характер крутой. Да, он крутой. Далее. Далее. Птица, которая умеет пролезать сквозь дерево. Увлекается химией. Характер классный. Не замужем. Не замужем. Но это тоже логично. Шерлок. Шерлок. Птица из мультфильма Angry Birds. Любит постоянно бегать и прыгать. Характер любопытный. Женат на Далию. Ну, вроде бы в Angry Birds я вот такого вот не помню. Я его что-то не видел даже. Спойк 228. Спойк 228. Да, я помню этот аккаунт. Я на него еще делал досье еще в октябре 2023 года. И теперь Руслан Хёрд 2007 тоже я решил попробовать на него сделать досье. Мат мемы. Но снял одно видео с малышом Барбоскиным, который скипятит туалет. Ага. Характер общительный. Общительный характер. Ну, в общем, вот такая вот была реакция на видео от Руслан Хёрд 2007. Ну, не просто реакция на видео, а на видео досье. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Всем пока-пока!